Эй! Дан и Грэнт и Бридшира теперь наши союзники. В том мне поклялась их Ярл Скона Сома. Отлично, Эйвор. Это будет нам большим подспорьем. Не все шло так, как было задумано. Погибли люди. Союз заключен, но друзей у нас не прибавилось. Как жаль. Но мы добились своего. Эйвор, слушай. Кое-кто решил обосноваться рядом. Кажется, торговец. Попробуй узнать, что ему нужно. Кажется, он представляет какую-то гильдию. Детский глаз, безглазых детей. Безглазых детей? Нет, что-то спутало. Спроси у него. Доброго дня. Это не важно. Говорить вам надо со мной. Рандви сказала, что вы торговцы. А, здравствуй. Ты глава этого чудного поселения. Мы здесь от имени тысячи глаз, торговцев необычными товарами и сокровищами со всех концов света. У нас есть все, что вам нужно. А то, чего нет, вам ни к чему. Ручаюсь в том. Ясно. А это дитя ваше? Дитя? Дитя? Узри! Перед тобой стоит сам мастер тысячи глаз. Глава нашей гильдии. Легенда. И герой нашего народа. Богатейший купец к западу от Инда. Сам Реда. Он... А тебе? Верно, брат Волка. Рад, наконец, встретиться с тобой. Как ты узнал обо мне? У тысячи глаз, тысяча ушей. А слухи расходятся быстро. И чем же мы с тобой можем помочь друг другу? Все просто. За плату я свяжу тебя с купцами, которые торгуют везде, от песков Египта до болот Англии. Что за плата? Зависит от предмета, но есть одна тонкость. Эти купцы принимают только опалы. Интересно. И цвет очень странный. Можно подержать? Не только. Этот опал твой, Эйвор. Дар от Реды за безграничное гостеприимство. Подходи же, посмотри на мои товары. Ничего не берешь? Ладно. Товары меняются каждый день. Рано или поздно что-нибудь присмотришь. Раз мы с тобой теперь друзья, тысяча глаз тоже твои друзья. И что это значит? Взгляни на мои одежды и платок. В странствиях тебе не раз повстречаются люди, одетые точно так же. Это мои подручные, мои глаза. У них будут для тебя заказы. Выполнишь? Получишь достойную награду. Возможно, я даже сочту нужным вознаградить тебя сам. Интересное предложение. Вот и славно. А теперь извини, моему ученику нужно ставить шатер. Значит, ты задержишься здесь надолго? О, да, и не благодари. Мы сочтем за честь возможность поселиться здесь. Удачи!
Такой дом мне как раз подойдет, Эйвор. Спасибо. Если плоды твоего труда нам пригодятся, сможешь владеть им, пока живешь среди нас. Еще как пригодятся. У нас с тобой общие враги. И они крепко вцепились в Англию. Если нам удастся искоренить эту заразу, искать союзников будет куда проще. В Лундоне Орден чувствует себя очень привольно. Уничтожишь его, горожане будут у тебя в долгу. Обсужу это с Ранви. Узнаю ее мнение. Славно. Но погоди пока уходить. Я приготовил тебе дар. Какой? Здесь показать не удастся. Пройдемся? Пожалуй, веди. Тебе явно тяжело дышать, Хайсом. Рана все еще беспокоит. Боюсь, что да. Больно в груди, а как мне эту боль утолить, ума не приложу. Не бойся. Главное, чтобы разум был остр, а тело заживет. Верно. Но я не хочу расстраивать наставника. Ты готов рискнуть жизнью, чтобы угодить Басиму? Этого мне не понять. Я и не ожидал. Еще при первой встрече я увидел в твоем взгляде тень подозрения. Какую-то настороженность. Хочешь что-то спросить? Нет. Я просто вспоминаю. Тебе не больно править лодкой? Нет, не бойся. Меня утомляет лишь длительное напряжение. Я чересчур быстро устаю. И какой же дар ты приготовил? Не я дам его тебе. Ты сам себе его вручишь. Вновь загадки. Вот счастье-то. Скажу немного иначе. Мой дар нельзя получить или отдать. Это образ жизни. Яснее не стало. Проще будет показать, чем объяснить словами. Что ж, подожду. Прости за шутку. Мой дар тебе – прыжок веры. Одно из самых важных таинств нашего братства. Это не оружие, что мы обращаем против врагов, а способ укрепить нашу решимость. Как и ваши молитвы, он помогает собраться с силами, успокоиться, изгнать из сердца страх. Наконец, это способ быстро перемещаться и скрываться. Ты сказал прыжок. Не слишком ли высоко мы лезем? Опять я вижу в тебе тень сомнения. Почти пришли. Ну вот мы и добрались. Сбросишь меня с обрыва, да? Если надо подвинуться, чтобы проще было столкнуть, ты скажи. Так не выйдет сюрприза. Чтобы совершить прыжок веры, нужно положиться на высшую силу. На богов? На себя самого. Поверь, что смерть придет лишь в тот миг, когда ты будешь к ней готов. Прими это и забудешь страх. Наши смерти уже предсказаны, вплетены в ткань самого мира. Нам ни к чему бояться гибели. Славно. Значит, ты уже готов к моему уроку. Я прыгну первым, когда скажу «следуй за мной». Уверуй, почувствуй свою силу и лети. Мне нужно прыгнуть? Отсюда? Да. Сперва дождусь, пока крылья отрастут. Спасибо за урок, но... Стой! И смотри. Хайсом! Хайсом! Совсем свихнулся? Ты же ранен. Видишь? Моя вера пересилила страх. А глина смягчила падение. Эй, вор, от тебя я такого не ожидал. Не поддавайся страху. Победи его.
Я видел свою смерть. Она придет не здесь и не сейчас. Да! Отличный прыжок! Понравилось? Ты был прав. Смесь безумия и силы поборола страх. Дар, что я вручу себе сам. Теперь ясно. Спасибо за урок. Не за что. Тебе спасибо, что доверился. Ты назвал прыжок веры важным таинством. Скажи, все незримые его практикуют? Насколько мне известно, это обряд посвящения, который ввели незадолго до рождения Иисуса. Хочешь посвятить меня в незримое? Попытался бы, если бы думал, что ты за. Но цели у меня в Англии другие. Мы с Басимом ищем крупную дичь. Орден древних. Да. Помнишь медальон, который ты нашел на теле Кьотви? Это их символ. Они чума, что мы надеемся исцелить. Мы с ними схожи в том, что действуем тайно. Но их цель не освободить мир от оков, а править им. Орден в этом далеко не одинок. Мы с Сигурдом хотим того же. Заполучить собственные земли и все, что к ним прилагается. Не сравнивай себя с ними. Члены Ордена не знают ни чести, ни морали, ни сострадания. Но они заняли не один трон в Англии. Если ты хочешь усмирить этот край и обезопасить свой клан, то в моих интересах помочь тебе. Я все понимаю. Тебе нужны союзники, а нам победа над этой заразой. Цели у нас разные, но мы можем помочь друг другу. Кажется, что этими землями правят простоватые ярлы и тены. Но за ними стоит нечто большее. Всем здесь незримо управляет Орден. Ничто не происходит без его ведома. Эта отрава уже все тут пробит. Орден подчинил себе всех. От беднейших рыбаков до богатейших торговцев. От тенов до королей. Басим дал мне одно задание. Найти и устранить членов Ордена Древних в Англии, в каких бы темных норах они ни прятались. Если объединим усилия, это пойдет на пользу нам обоим. Твое влияние в Англии вырастет. А ты наберешь еще медальонов? Именно так. Начать стоит с Люндона. Мне доложили, что Орден как раз пытается захватить его. Я обсужу все это с Рандви. В Люндоне смотри в оба. Вдруг увидишь где-то наш символ. Когда-то у незримых были конторы по всей Англии. Вроде их было 6. Внутри могут найтись документы, отмеченные тем же знаком. Они бы мне очень пригодились. Конечно. Спасибо, Хайсом, за все. Меня ты нашел. Достойно. Но всех тебе никогда не отыскать. Как ни старайся. Нас никому не победить. Мы таимся в глубинах вод, но сильны и опасны точно разлив. Скажи, как ты? И к чему такие вопросы? В подобный момент. В твоих словах кроется нечто неведомое. Загадка. За каждым звуком, что срывается с твоих губ. Ah!
это важно! Кеннинги иссякли. Я более не камыш среди щитов. Ни крови свет, ни кости треск святой. Бич лебединых троп. Железный сон. Даритель серебра. Я хотел лишь вольно бороздить моря. Стать тем, кто сложит сагу своей судьбы. Будь рад, что уходишь в Вальгаллу с песней на устах. Молва о нашем поселении распространяется, так что осмотрись. Может, увидишь новые лица. Посмотрим на карту союзов. Расскажи побольше о Ледоче Старшире. Я хочу найти Сигурда. Он отправился в город Рептон на встречу с Убой и Иваром Рагнарсонами. Говорят, они близки к тому, чтобы изгнать правителя Мерсии и возвести на престол своего короля. Дерзкое начинание. Думаю, мне стоит помочь им. Да, пожалуй. Не хочу заставлять их ждать. Что ж, я предупрежу Сигурда и Рагнарсонов о твоем прибытии. Добираться туда лучше по воде. Рептон находится на севере, на реке Трент. Thank you.
Рептон, Сигурд и Рагнарсены должны быть здесь. Кто это стоит перед Ивором Рагнарсоном? Ты Дренк Сигурда? Айгар! Эйвор! Продолжишь? Полы запачкаешь? Тут не хватает красок. Кто это? А, лазутчики. Только оделись, как землепашцы. Осмелели. Взяли вилы. Вон тот, буйный, меня ткнул. А было время, когда врагов убивали на поле брани, до того, как они хотя бы помыслят прислать лазутчиков! Теперь с врагом чаще ищут мира. Не по мне. Да, вижу. Враг должен ныть, скулить и мочиться от страха. Эй! Молодец. Ты свободен, поросеночек. Неси безумие в мерсийские земли. У меня бы он не умер. Пойдем. Покажу тебе все. Как зовется это место? Свинарник. А мерсийцы называют его Рептоном. Здесь хоронят их самых славных королей. Как свиньи рыдали, когда пришлось бежать. Ты вонзил свой нож прямо в сердце этого королевства. Это верно. Кучка саксонских тенов с нетерпением ждет возможности целовать нам сапоги. Но среди них нет короля Бургрида и его тена Леофрита. Мой брат думает, как с ними разобраться. Думаю, там мы и найдем моего брата. Да, оба с Сигурдом любят почесать языками. Так что лучше прочисти уши. Не морочь мне голову, Убба. Я знаю, Я никуда не уйду, скотина. Король будет в твоей власти благодаря мне. Мне и моим людям. Мы тебе заплатили. И не заплатим больше лишь потому, что ты знаешь, сколько у нас серебра. Не забывай, я наемница. Беру, что хочу. И столько, сколько мне должны. Продолжишь дерзить, и я отрежу твой мерзкий язык и засуну тебе в зад. Прочь отсюда. Не должно сыну Рагнара Лодброка спорить из-за серебра. Не волнуйся, Убба. Мои воины с тобой. Если он один из них, мне не о чем волноваться. Эйвор, брат Волка, ты как раз вовремя. Ивор и Убба хотят захватить короля. Сможем пленить его. Коронуем другого. Тена Келвольфа, например.
Я этого не просил, но так будет лучше для Мерсии. Саксам и Данам нужен один правитель. Сможешь ли ты быть хорошим королем? Надеюсь, да. По крайней мере, мы хоть понимаем друг друга. Мургред отказался заключить с нами мир. С Келвульфом все будет иначе. Новой Англии новый король. Бургред в Тамворте, в своей крепости, готовится к решающему сражению. Такой же свинарник, только южнее. Мы держим ее в осаде уже много недель. Хватит тянуть. Пора нанести решающий удар. Займем Тамворт, захватим Бургреда, коронуем Колвульфа и наутро Ширнаш. А потом и вся Мерсия. Да, захватим. И все на этом. Бургред должен остаться цел. От этого зависит, признают меня королем или нет. Сакс, война не должна быть скучной. Не каждую победу нужно отмечать убийством короля. Ну так же интересней. Он дело говорит, Ивар. Так мы и поступим. Келвульф предал своего короля. Может, он и нас предаст? Зачем ему верить? И что мне вам сказать, чтобы вы мне поверили? Я лишь хочу, чтобы народ Мерсии жил достойно. Чтобы мой сын жил достойно. В Мерсии Бургреда, где данные саксы каждый день убивают друг друга, это невозможно. Хорошо придумано, брат. Я готов к грядущей битве. Славно. И еще кое-что. Все это выгодно не только вам, но и нам. Союз между моим кланом и Мерсией. Посадим его на трон, и союз будет заключен, клянусь. Нас Рагнара сыны призывают к треску копий и стуку щитов. Пусть же прольется ливень стрел. Каждый к битве готов. Ты не говорил, что он скальд? Пойду отлить. У нас есть лагерь к северу от Тамворта. Ты пойдешь с нами? Ведите. Можешь пока прогуляться по Рептону. Мы будем ждать тебя у причала. Я очень рад, что ты и твой брат здесь. С вами будет немного спокойнее. Не тревожься, Келвульф. Мы все получим, что хотим. А тебя будут помнить еще долгие годы. И боюсь за мои ошибки. Город полон жизни. Есть на что посмотреть. Восток. Ведите людей к воротам там, и пусть Бургред рыдает при виде нас, при виде того, что ждет его королевство. Эйвор, наточен ли твой топор? Я готов к треску копий. И к стуку щитов, точно. Я очень рад, что ты с нами. Это честь сражаться бок о бок с вами. Я столько слышал о ваших походах. И вот я в одном из них. Мы сплетем наши саги воедино. Нить к нити. Вперед, мальчик. Пламени горной войны
Мы выкуем из тебя мужчину. Быть мужчиной можно и по-другому. Давай, давай. Тише, Ивар. Дождись битвы. Да, паренек совершенно не готов к бою. Этот паренек сын Кёльвульфа. Почему он не в своих покоях? Король хочет закалить сына в битве. Так пусть покажет, что он может. Мертвец плохой наследник, Ивар. Он меч-то в руках держал. Я учился драться. Просто не хочу никого убивать. Там мои друзья, мои товарищи. Тише, сын короля. Они тебе не друзья. За это скажи спасибо отцу. Ивар! Он пойдет с нами. А если с пареньком что-то случится, я приму кару нашего будущего короля. Он запросит твою голову. Ха-ха, слышал, мальчик? Умрешь, и придется убить и твоего отца. Седло, Эйвор. До Тамбарта путь не близкий. Придется терпеть твоего брата. Он всегда найдет, за чей счет развлечься. Буду иметь в виду. Держи ухо востро. Слышишь, Кёлден? Они нам завидуют. Все из-за нашей с тобой дружбы. Вообще, сын Кёльвульфа делает в Рептоне. Это свидетельство верности Кёльвульфа. К тому же за крепкими щитами данов сын предателя в безопасность. От кого? Похоже, вы с Иваром разграбили весь Шир. Нет, Фирт — простые люди, за нас. Но все равно в Мерсии повсюду войны Бургрида. Они ему верны и умрут, защищая его. Твоя речь, Эйвор. Ты говоришь не так, как братья. Хороший слух. Большинство здесь не слышит разницы. Не все даны — это даны. Могу ли я спросить, откуда ты? Из Форнбурга в Норвегии. К северу от земель данов. Не знал, что есть земли севернее их. Что там за люди? Видел когда-нибудь стадо овец, прыгающих друг за другом с обрыва? Вот такие. По крайней мере, те, кто остался. Я и сам не сказал бы лучше. Значит, люди бегут из Норвегии? Да. Теперь Норвегией правит молодой король. Харальд, этот юноша умен не по годам. Ты не злишься, что из-за него тебе пришлось уплыть оттуда? Я злился какое-то время. Но несколько недель в море смягчили мой гнев. И я понял, что уважаю короля Харальда. Силой слов и оружия. Он принес мир в земли, что я зову своим домом. Впервые на памяти любого из людей или скальдов. У Норвегии один король. Один! Это подвиг. Согласен, это достижение. Англия в два раза меньше Норвегии, и тут четыре короля. Видишь? Кого это не впечатлит? Нет, Харальд хороший человек и правитель. Теперь мне это ясно. Я младше его всего на 6 лет, и до сих пор не был в бою. Наверное, он очень умелый воин. Я первая битва уже скоро, Кёльберт. Так что ты тоже станешь опытнее. Не уверен, что я этого хочу. По правде сказать, Кёльберт, больше всего я злюсь на своего отца. Не на короля Харальда. Отец отдал Харальду то, что по праву принадлежало мне. Так легко. Словно подарил бочонок меда к пиру. Он не просто обманул. Он предал мое доверие. Мне до сих пор больно от этого. Проклятие, семья или благо, она важнее всего. Красиво. Не будь ты Этлингом, я бы нанял тебя как скальда. Скальд? Почти как бард. Так у нас называют поэтов. Ты об этом? Все верно. Как интересно. Наши и ваши слова так гармонично сочетаются. Будто бы мы братья, разделенные океанами воды и времени. А мне нравится эта мысль.
Нексон! Здесь мне точно нет. Мерзкие язычники, хищные грязные твари, заполонившие святую землю. Берегись, мой лорд, мерзких язычников больше. Я и сам вижу, что нам с ними делать. Советую выслушать их требования, мой лорд. Битву мы проиграем. Это ты, Леофри? Быстро поправился. Начинаю задумываться, кто ты на самом деле, человек или бог? Перед тобой слуга Божий, Ивар, гордый и решительный. Это Тен Бургреда. Он убил дюжину наших воинов в битве на реке Трент, когда его остановил топор Ивара. Который я метнул с 30 ярдов. Хватит пустой болтовни! Что вам нужно? Всего лишь твоя корона. Можно вместе с твоей головой. Ха, я восхищен твоей наглостью, но ты просишь невозможного. Ни один Дан никогда не займет священный трон Мерсии. А как насчет норвежцев? Мы не столь добры, но словом владеем лучше. Норвежцы, даны, цы, все одно язычники. Мой король, нам стоит отвечать более сдержанно. Я устал от этой болтовни. Вы топчете наши поля, наши святыни. Мы дали вам серебро, дали вам хлеб. И несмотря на это, вы продолжаете посягать на мои земли. Хватит. Пусть нас ждет смерть, но мы будем защищать свое по праву. Хочешь получить мою корону, Уба Рагнарсон? Придется сначала меня убить. На стены! Назад в лагерь. Готовьте людей. Сегодня мы возьмем Тамборд. Эйвор, скажи всем, мы готовы выступать. Эйвор и я соберем воинов. Ты умеешь обращаться с тараном? Видел его в деле. Будешь управляться с нашим. Ты силен и лов. Я там буду. Как и я. Ищу достойного... Кто ты? Я от Рагнарсонов. Пришло время пустить в ход таран. Что ж, Бургред хотел боя, он его и получит. Выступаем сейчас? Вперед! Захватим это королевство! Так, а что мы будем делать с ним? Келберт, что с тобой? Эти люди, Эйва. Я делил с ними хлеб. Совсем недавно Леофрид учил меня обращаться с мечом. Он мой друг. Дружба не вечна. Ее конец острее копья. Я так не могу. Тем более с Леофридом. Он лишь выполняет приказы. Пойдем к крепости, спрячься где-нибудь в пустой палатке. Не думай, что я трус. Я не боюсь битвы. Я лишь не хочу убивать друзей. Выхода нет. Дерись или прячься. Выбирай.
Сломать ворота! Убивайте всех! Но король мой! Убью! Вперед! Сюда! Выпотрошу! Он ждет тебя! Тоже! Берегись, стрелу! Четыре! Сейчас ты сдохнешь! Укрытие! Осторожно! Берегись! Слишком легко! Склонитесь предо мной! Меня! Умри!
Слишком легко. Будешь гнить. Пришел твой час. Все кончено, Бургрет. Сложите оружие и сдайтесь. Возьми троих и обыщи двор. Осмотритесь. Может, что-то найдем. Пошлю за Келвульфом. Пусть знает, что трон наш. Ах, славная битва, да? Но одного Этелинга не хватает. Где сын нашего короля? Келвульф был здесь. Может, ты его не заметил? Эйвор, лжешь ты так же, как дерешься. Отчаянно. Здесь перечень выплат. Боргрет вел учет трат. И какой-то знак. Может, это символ клана? Нужно показать братьям. Ивар, я нашел письмо. И в нем какой-то знак. Твои люди что-то нашли? Нет. А ты? Вот. Знаешь, что это за знак? Печать Тонны. Похоже, мерзавка вела дела и с Бургридом. Наемница, что надерзила тебе в Рептоне? Так она служит и нам, и Бургриду. Она могла выдать ему все. Все тайны. Обо мне, Рептоне, наших планах. К чему вся эта чушь? Прикажи выковать себе новую корону, нацепи ее на голову, и сразу станешь королем. Не получится. Точно не в Мерсии. Мы лишь тратим время. Нам нужно найти Тонну и узнать, что ей известно. Я скорее воткну топор себе в глотку, чем заговорю с ней. Может, так ты ей больше понравишься. Эйвор, отец у нас с ним один, но его мать — свинья. Встретимся у лагеря Тонны.
и запасись терпением. И топор возьми. Эйвор, нужно поговорить. Иди, я скоро. Я отправлюсь к братьям, Эйвор. Встретимся у Тонны. Сын рассказал мне, что Ивар подстрекал его участвовать в битве, пока не вмешался ты. Иначе сейчас ты скорбел бы по сыну. Он не боец. Но должен им стать. В учении или в битве. Он и станет. Только держи его подальше от Ивара. Такой учитель ему не нужен. Добром это не кончится. Только не теряй головы. Спокойно. Я и Эйвор займемся этим. Знаю. Сигурд, что-то не так? Мы поговорим с Тонной. Сами. Ивар и Убба подождут здесь. Пусть она думает, что мы пришли вдвоем. Вряд ли мы можем убедить Ивара не убивать ее. Всю дорогу сюда он только об этом и говорил. Ясно. Идем. Мы скоро вернемся. Кто отправит Тонну в Хель, того озолочу. Я не забуду. В Рептоне я слышал, что братья заключили с Тонной соглашение. Что изменилось? Она наемница. Губа получал от нее людей и сведения. Но теперь они не в ладах. Бургред почти побежден. Говорят, что Тонне милы лишь серебро и любовные утехи. А верности от нее не добиться. Что толку в той, кому нельзя верить? Это мы и узнаем. Попробуем найти общий язык. А если нет? Ивар говорил тебе взять топор. А вот и вы. Я вас ждала. Если ты ей понравишься, не молчи. Она больше в твоем вкусе. Нет-нет, я тебе уступаю. Ну что ж вы, не тяните. Сигурд, что привело тебя в мой лагерь в такой холод? Думаю, ты уже знаешь. Да. Ветер принес запах пепла. Но раз вы говорите со мной, король Бургред еще на свободе. А ты, кто такой, голубь мой? Хочешь сесть ко мне на колени? Пожалуй, нет. Почему же? Говорят, у меня золотой язык. Пока ты им только треплешь. Хватит болтать. Ты знаешь, зачем мы здесь. Вы хотите знать, где король Бургред? И почему вам кажется, что мне это известно? Мы нашли письма и расписки. Ты заключала с ним сделки. Что тут скрывать? Король хорошо мне платит. Чего точно не скажешь об этих болванах Рагнарсонах. С тобой говорю я. Мне нужны сведения. Что хочешь взамен? Хорошо.
Мне нужна новая корова. Заплати за нее. Я похож на дурака. У тебя нет иного выбора. Я чую запах безысходности. Итак, заплатишь? Ты меня слышала. Я и так смогу получить то, что мне нужно. О, нет. Возможность упущена. Покажете здесь еще раз, живыми вам отсюда не уйти. Учтите. Не такого исхода я ожидал. Надеюсь, у тебя есть другой план? Донна не доверяет тем, с кем заключает сделки. И ведет записи, как Бургрет. Они наверняка где-то здесь. Попробую их отыскать. Я вернусь к братьям. Закройте ворота. Если эти сунут сюда нос, убейте. Возможно, там есть что-то полезное. Дом Тонны. Нужно здесь осмотреться. Отступись! Стреляй в эту сволочь!
ответить, только с той стороны. Тебя проучит. Ты просчитался, голубь мой, и сейчас пожалеешь об этом. Я отправлю твою голову Рагнарсенам. Пусть знают, как со мной ссорится. Подустал. Умно. Посмотрим, что ты там прячешь, Тонна. Это интересно. Бургрет заплатил Тоне, чтобы она помешала Рагнарсенам попасть в два места. Там его убежище. Он может быть в любом из них. Тебя сгубила жадность, Тона. Ладно, теперь к братьям. Здесь лучше не шуметь. Удалось что-то узнать. Леда Честер и замок Темплбора. Что вы о них знаете? Леда Честер чуть больше деревни, а Темплбора древний замок, не более того. Возможно, Бургрет в каком-то из этих мест. Проверим оба. И быстро. А что нам делать с Тонной? Бьюсь об заклад, что она уже пишет Бургреду о нас и просит серебра за это письмо. Ты ее больше не увидишь, если только не собрался в Хельхейм. Кстати, ты говорил о награде? А, брат, мы с ним хорошо поладим. Нам нужно спешить, Дренгер. Я захвачу крепость в Темплборо. Я пойду с тобой, Сигурд. Значит, я отправлюсь в Ледочестер, в гордом одиночестве. Прихвати друга, брат. Может быть, Эйвор рискнет им стать. Выдвигайтесь. Скоро я отправлюсь следом.